Кира Макарова 1 сентября пойдет в первый класс. Для родителей девочки главное при выборе учебного заведения стало его расположение. Идеально подошла средняя школа номер 62, что на улице Варейкиса, как раз рядом с домом. Идем мы в 62-ю школу, потому что она рядышком с нашим домом. Нам не нужно куда-то далеко ездить, далеко ходить. Перешли дорогу, и мы уже в школе. Моя старшая дочь уже заканчивает 4-й класс этой школы. Мы очень довольны подходом нашего учителя. Очень рада, что наш учитель от моей старшей Миланы достается моей младшей Кире. В этом году подать заявление в первый класс можно только через портал госуслуги. Процедура очень простая. Необходимо выбрать услугу на портале, при наличии указать льготы, выбрать школу, заполнить информацию о ребенке. Электронная подача заявлений значительно упрощает работу и родителям, и учебным заведениям. Заявление можно подавать в два этапа. С 1 апреля по 30 июня для детей, имеющих первоочередное право зачисления в школу, а также для тех, кто живет в том же районе, где находится школа. Если же родители хотят отправить ребенка в школу, которая находится в другом районе, то это можно сделать только с 6 июля по 5 сентября. На сегодняшний день более 50% родителей, которые планируют перевести своих детей в первый класс, уже подали заявление. По городу Ульяновску примерно такая же ситуация. Уже более 50%, это 4500 заявлений, сейчас уже находятся в обработке. В некоторые школы города традиционно выстраиваются очереди. Самые востребованные – губернаторские лицеи. Они находятся в густонаселенных районах. Также больше обычных школ родителей интересуют лицеи и гимназии. Но в общем, среднеобразовательные организациям тоже есть чем удивить и похвастаться. В нашем центре в 2023-2024 году реализуется 11 программ. В 2024 году, с сентября месяца, планируется открытие нового направления для нашего, будем говорить, центра. Это ментальная арифметика. Ментальная арифметика – это направление, которое нацелено на детей возраста с 6 до 8 лет, которое поможет детям освоить математические навыки, способности быстро и логически чисто научиться считать. В среднем школы готовы принять 90 первоклашек. Все зависит от количества кабинетов и кадров. Всего в первый класс в 2024 году пойдут около 13 тысяч малышей. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.